конце видео будет местонахождение по карте именно этого озера. А вот какая водичка по чистоте. Вот я стою. Рука. Ну, где-то примерно сантиметров 60. Ну, здесь за счет того, что здесь глина, потому она и не столь прозрачная. Вот сейчас, к примеру, ногу. Вот такая вот вода на Голубом озере. Собакой сюда ехать можно. Есть вот такие вот места, где может собака спокойно поплавать. И, в принципе, около машины тоже не проблема ей отдыхать. Очень много тени. Ну что, как Голубое озеро вблизи Бородянки? Неплохое. Неплохое? Да. Чистое довольно. Сейчас в это время уже везде зелень. Вот. А тут и глубина отличная, где можно купаться детям. Вот. И самому приятно, потому что вода довольно чистая. Угу. Я понял. Короче, более не менее. Да, но я как бы пока еще не увидел здесь чистоты. Ну ладно, сейчас пойдем еще посмотрим. Не, ну там она кажется сдалека зеленовато, потому что время такое. Но когда ближе воду заходит, и так возле воды, она видно, что... Ты зайди в воду, увидишь. Все чистые. Там раки тебя ждут. Раки ждут? Да. Здесь, да, здесь везде палатки, везде люди ночуют. На ночевке, я так понимаю, приезжают. Кочевники. Вот место по карте, где находится это озеро. Вот Киев. С Киева выезжаем на Бучу. Гостомель. И вот в Клавдиево Тарасово поворачиваем на Бобинцы, проезжаем Бобинцы. И здесь будет река Сдвиж. И вот это озеро Блакитное. Получается, оно возле Берестянки. Можете вбивать в гугле Берестянку, и вам покажет по карте вот такой вот путь. Так что, друзья, подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки. Кому как понравилось, не понравилось, в принципе, можете писать комментарии, мне будет очень приятно. Как бы любую, негатив, позитив, это не важно. Я еще буду очень много мест посещать, как бы вблизи Киева, и, может быть, еще куда-нибудь поеду. Но мне конкретно сейчас интересуют Голубые озера. Вблизи Киева там порядка 100-150 километров. Все, всем спасибо, пока.